Наверное, как вы знаете, я люблю сидеть вечерами за компом. Уже было 23:00. Я люблю вечерком сходить и поиграть в ГКО. Мне это нравится. Часто граблю банкоматы. Но у меня почему-то начались какие-то странные глич-эффекты, как будто бы. Хотя вроде монитор все нормально. Я его совсем недавно купил новый. Всего лишь 2 месяца назад, он новенький. Что за фигня? У меня вылетело, и где мои приложения? И что с мышкой? У меня мышка сама двигается. У меня здесь просто сама двигалась мышка. И вверх приложений, половина приложений всех пропала. Было очень странно. И здесь у меня тоже мышка не работала. Поэтому я не знаю, типа, что это. Я вот заснял для вас. Я вот здесь захожу, получается. Включение данных пользователя. А здесь еще начался звук какой-то странный очень. В общем, было очень страшно. Это какая-то фигня уже происходила, я не помню. Ну вот я зашел. И у меня было 414к, я хотел что-то купить. И я хотел что-то на шлем. И я вот искал, нашел вот такую кепочку. Я ее не замечал и захотел купить. И когда купил, у меня просто все побелело и началась с самого начала загрузка. И смотрите, что сейчас будет. У меня, смотрите, быстрее, у меня убавило 15 тысяч, у меня было 415к. Но при этом в магазине появились 15 тысяч, сейчас вы увидите. Если вы не увидели, перемотайте назад, когда у меня еще не вылетело. И там я уже забрал 15 тысяч, и вот я снова их забираю. У меня ровно 414 тысяч. Так было там. Я также пошел, зашел. Уже было очень странно, мне тоже было страшно. На это время там уже было что-то типа часа ночи. Ну, конечно, наверное, меньше. В итоге я ее пытался снова купить. Посмотрел на нее, покупать или нет. Хотя за 250 баксов можно и купить. Ну вот, я хотел сыграть и зашел в одиночную игру. Что? Это ж одиночная игра. Давай подвезем, садись. Давай. Давайте. Можно, пожалуйста, до 3-го банкомата? До 40 тысяч. Ага, хорошо. Спасибо. Что они делают здесь? Это ж одиночный сервер. В чем прикол? Стой, посиди в машине, у нас мотор дымится. Чего? Мотор? Эй, ребята! Нет! Что они делают? Что они делают? Здесь я попробовал зайти снова в одиночный режим. Но что-то пошло снова не так. И здесь снова был один из тех людей. И он меня просто убил. Так продолжалось очень долго. На часах уже было 3 часа ночи, и я лег спать.
Я очень рано проснулся, примерно в 6 утра, из-за того, что мне написывали мои подписчики и скидывали мне одну статью от кого. В этой статье писалось то, что их взломал хакер. И те два человека, которые были на каждом сервере, всех убивали. И они были как щитами, и ГГО полностью было в их руках какое-то время. Но это буквально было 5 минут, но за эти 5 минут они успели вставить свой скрипт, и на каждом сервере были эти два человека, которые меня убивали. Это была страшная ситуация. И при этом они еще своровали несколько аккаунтов с помощью своего скрипта, и некоторым людям пришлось чем-то заплатить. Допустим, мой аккаунт тоже они украли, и мне надо было заплатить своим аккаунтом в Ютубе. Конечно, я понимал, что этого делать я не буду, потому что продавать вас точно нет. Я еще думал, но так как у меня было мало времени, они грозили удалить аккаунт. И буквально за 10 минут до этого их успели обезвредить. Спасибо ГКО, что смогли помочь нам, игрокам. Мы очень рады. Вот и подошло наше видео к концу, дорогие друзья. С вами был Рэмдейл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это был новый формат для меня. Я очень старался над этим видео, чтобы вам понравилось, оно залетело. Если вы подпишетесь, я буду очень благодарен. И да, все сказанное в этом видео, это как бы неправда, это ложь. Это было чисто для видео придуманное. То есть никого не взламывали, все было нормально, только все для истории. Всем спасибо. И отдельное спасибо всем тем, кто снимались в этом видео. Всем точный спасибо. Пока.